Привет, меня зовут Тихон Лещенко. Вы смотрите четвертый выпуск, подготовленный специально для LATCOR Guitars. И сегодня у меня в гостях две гитары, которые мне даже слегка страшно держать. Не хотелось бы называть их цену, но каждую из них можно было бы обменять на Lanus в хорошем состоянии. Я думаю, вы поняли, о чем я. Обе эти гитары называются PRS P22. Сделанные, конечно же, в Америке. За такую цену, где они могли быть еще сделаны. Первое отличие, которое бросается в глаза, это гриф, сделанный полностью из палисандра. Я так понимаю, сделан для того, чтобы не накладка была из палисандра сверху грифа, это типа меньше резонанс, а полностью, чтобы четко резонанс передавался сразу в деку по вклеенному грифу. Смотрится достаточно интересно, необычно. В плане звука я особого отличия именно такого грифа не услышал. Ну, наверное, многие слышат эту разницу. И, конечно же, еще одно отличие — это датчики. Вот, внизу датчики к этой гитаре, а вот внизу этой датчики к этой гитаре. Я таких датчиков не знаю, впервые с ними столкнулся. Ну, звучит хорошо. Также хочу заметить, что у обеих гитар встроенный пьезодатчик. Встроен он в бридже. Вот здесь можно увидеть, как он заходит в бридж из деки гитары. И у нас есть переключение и два выхода. Один для пьезы, один для просто линии для перегрузов и так далее, для чистой электрогитары. По поводу внешнего вида, конечно, ну, вы сами видите, они прекрасно изготовлены, они очень красивые, и кленовый топ, посмотрите, как классно смотрится. Инкрустация из перламутровых птичек. Кстати, это все птички разные. Соколы, орлы и так далее. Вы можете вот в описании, я дал специальную информацию, почитать, на каком ладу какая птичка, какой породы. Ну что ж, давайте поиграем. Я думаю, вы для себя определились, какая вам гитара больше нравится. Лично мне больше понравилась вот эта. Не потому, что она стоит дороже. Немного. Ну, просто мне кажется, у нее как-то тело звука более яркое. Вот именно сама основа звучания. И это, кстати, очень отлично прослеживается и на перегрузе. Хотя я думал, что на перегрузе они будут звучать совсем одинаково. Но нет. Напоминаю, что этот выпуск был подготовлен специально для LATCOR Guitars. Меня зовут Тихон Левченко. И напоследок я сыграю вам соло из композиции «Отель Калифорния» группы Eagles.